Утро – время звонких песен! С добрым утром, малыши! Ступает ветер, ночи сны, и просыпаясь, верим мы, что творили снов смоет рассвет, и невозможного нет. Мы верим в счастье и добро, и греет нас любви тепло. Планеты, жизнь вокруг кружится, заставляя сердце биться, удивляя всех нас красотой. Чудеса повсюду, смотри, если на планете любви в унисон наши бьются сердца, если вместе все на земле станем мы спиною к спине, сохранить сможем общий наш дом навсегда. На разных мы материках, но держим вместе на руках самый прекрасный мир среди тысяч планет, и невозможного нет. И миллионы земель лет всем людям дарят жизнь и свет, бесконечности вселенной он один. Чудеса повсюду, смотри, если на планете любви в унисон наши бьются сердца, если вместе все на земле станем мы спиною к спине, сохранить сможем общий наш дом навсегда. Ребята, знакомьтесь, у нас в студии юная певица Даяна Гасина. Привет, ребята! Как у вас тут нарядно и красиво! Шарики! Как я люблю шарики! Ой, ну, так, тогда тебе держи этот Спасибо. Шарик. Спасибо. Вот. Даяна, расскажи нам немного о себе. Я живу в Самаре, учусь в гимназии. А еще с 2,5 лет я занимаюсь художественной гимнастикой, а с 3,5 вокалом. Увлекаюсь верховой ездой, сноубордом и вейкбордом. А еще мы знаем, что ты корреспондент, телеведущая и немножко актриса. Начинающая. А хотела бы стать настоящей актрисой? Возможно. Хрюш, а о чем мечтаешь ты? Я мечтаю стать самым известным коллекционером игр. О, тогда у меня для тебя есть подарок. Хочу предложить поиграть в одну интересную игру. А как она называется? Комарики на воздушном шарике. Антон, берите шарик. Ой, с большим удовольствием. Так. Сейчас мы будем рисовать. Хрюш, у тебя есть фломастеры? Конечно, есть. А сколько надо? Всего 2. Сейчас. О, 2 фломастера. Отлично, держи. Это тебе, это мне. Ой, а что мы будем рисовать? Комариков. У них 6 лапок, крылышки и острый хоботок. Кто нарисует больше комариков, тот и победил. Ух ты. Готовы рисовать? Конечно. Да. И начали. Интересно. Ой, будет много комариков. Интересно, они нас не покусают? Так.
Я так понимаю, Даяна известный рисовальщик комариков. Как быстро у нее все это происходит. Раз, два, три, четыре, пять. Пора комариков считать. Стоп, игра! Так, ну вот, мы нарисовали. Давайте считать, у кого сколько. Так, ну, во-первых, я хочу показать своих комариков. Вот, они солнечные, смотри. Я рисовал по правилам, потому что Даяна сказала, 6 лапок. Считаем, раз, два, три, четыре, пять, шесть. А это у него хоботок. Ой, а мне кажется, что твои комарики больше всего похожи на пауков. А я, между прочим, забыл даже про крылышки, я их не нарисовал. Я держал в памяти, что надо нарисовать 6 лапок. Так, а у тебя какой результат? У меня получилось 4,5 комарика с 2 хоботками. Да честно, мне кажется, это какие-то не комарики, а мухи. Ну, похоже. Похоже. А я бы не хотел встретиться с таким комариком, у которого 2 хоботка. И вообще, я думал, в этой игре чем меньше комариков, тем лучше. Это почему же, а? Как же, почему? Ну, они такие вот кусачие. Да. Да, от комаров лучше держаться подальше. Хорошо, что наши комары — это всего лишь рисунок. Да, хорошо. Даяна, спасибо тебе за интересную игру. В моей коллекции такой игры не было. Приходи к нам еще, споем, поиграем. С удовольствием. А вы, ребята, живите активно, мыслите позитивно и смотрите наши новые выпуски на канале «Карусель».